Ну, дождик закончился. Сейчас скажу сколько. Около 20. 19:45. Десятая неделя спецоперации «Город без дорог». Ой, блин, тут вон, видите, карасей уже можно разводить. Сейчас я пойду мусор выносить, сниму вблизи. Просто, чтобы был закончен уже сюжет. Народ устал ждать, вон 27 машин стоит во дворе. Уже просто задолбались. Я вот сейчас от нефиг дела взялся, считал. Чтобы видеть, что творится сейчас. Ветер и вот это вот. Ну, это я к вопросу, все о том же, видите. Мне даже ходить далеко не надо, тут сюжеты кричащие получаются просто. Так, ну придется мне сходить, потому что там, по-моему, мне капает форточку. Выше было напором, ветром, ветер оттуда вот дует, вот на нас, как бы Самура так наискось. Видите, какой мощнейший ливень. Ну и эти ублюдки, они асфальт так и не положили, они сегодня сделали попытку. О, сейчас придет гром. Имитировать начало процесса. Ну, все. Сейчас около 5 часов. 16:50 где-то. Вот видите, ветер как сдувает. Когда их много было, деревьев, они были устойчивее. А сейчас они одиночные. И их вот сейчас раскачет из-за того, что соседние вырубили. Соответственно, ветровые потоки. Видите, что творят. Шквал. Сейчас еще то, что осталось, выломает просто. Вот видно, как шарохает дерево. Кому-нибудь еще сделают ремонт окон, блин. Вот я уже, как говорится, черный юмор, но... Так, пошел я тазики ставить, потому что у меня сейчас побежит с крыши, ребят. Самым натуральным образом надо это. Дом проседает, фундамент едет, и вот эти трещины по плитам прут просто, это затекает в саму плиту. То есть, соответственно, рвет на крыше, все, он там уже, напротив, он уже потоки текут с крыши. Ну, у нас такая же абсолютно крыша, как у соседнего дома. Вот у нас мама с колясками, соседка, вот она страдает. Уже взяла коляску поменьше, потому что тут стоит тяжело, поэтому бездорожье ей ходить. И вот видите, автостоянка, там вот, ух ты, асфальт появляется, успели таки до дождя 20 метров докачать. Ну сейчас я до туда дойду, тут видите все, народ устал ждать, это вот сегодня ездили, оно все равно неровно. Я уже такое ощущение, что снимают и все это косплеят, короче, какую-то кометь. То есть вот все это просто настолько дико смешно. Кстати, тучи вон, очередная идет туча, сейчас гром гремел с той стороны. Это вот я начало снимал сюжета с другой стороны дома. Вот что творится. Асфальта нет, короче, там уже закрыли школу. Вот он гремит. Весело. Блин, без сапог уже не выйти. Этот песок весь кругом. Ну и напоследок сейчас я покажу вам еще. Там вон экскаватор стоит. Вон, в общем ряду. Сейчас еще покажу фрагмент. Сейчас что-нибудь такое матерное. Вот машина гибрид доехала и все, и встала. Это вот куда я снимал, где лилось, да, это вот эти деревья шатались, короче. Но это еще не финиш. Это не финиш, потому что финиш сюжета сейчас будет вот там вот. Так, кое-как я без сапог, в красочах, извините. Признают меня иностранным, блин, агентом. Уже помойка какая-то или еще кем-то за эти вот. Вот видите, тут стоит, так перегородили, типа, чтобы машины не ездили, ну зато под открытым небом. Так, хочется покороче сделать сюжет, ибо краткость
сестра таланта. Ну косплеить так косплеить. Это голый пистолет просто наоборот. Можно написать так. Вон видно, да? Какая идет. Еще сейчас нальет. Так я и назову, наверное. Голый пистолет наоборот. И тут пиздец. Не, ну я уже почти привык. Хотя все равно ужасает херак. Вот. Но это тоже сейчас все заливается. Не знаю, делали тут, нет, но весь ужас заключается вот здесь вот. То есть это дорога была, по которой я выезжал, типа, на самокате. Вот одна, вон там вторая, интересно, нахрена они вот эту оранжевую такую положили. В общем, и там еще, короче, сейчас я выгляну. То есть эти заросли, о, а там траншея такая. Ты дыщи. Нормально, да? Все, побежал обратно. Давайте, 400 просмотров за день, я думаю, кому-то это интересно. Ставим лайки, раз сюжеты с таким ужасом привлекают, с говном. Почему-то у меня есть масса музыки, там хорошие стримы музыкальные, т.д. и т.п. Ну, опа, вон он, уже готовый, нагруженный уже пивом или чем-то уже, нагрузившиеся красные строители, вон там в этих майках шляются.